Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова, мой канал «Заработок в интернете». Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по такому вот проекту ProxyWeb. Я получила очередную выплату, проект платит, стабильненько, ровненько работает. Здесь, кто не знает, нужно зарегистрироваться и скачать приложение на компьютер. И вот здесь вот, где внизу галочка, вот он. Вот ProxyWeb. Такой вот маленький мини-кабинетик тоже будет. Вот мой баланс. Вот видите, 34.40. И здесь 34.40. Ну и статистика такая вот. Это такой маленький онлайн-кабинетик. Ну и здесь, естественно. Значит, я заказывала так, выплаты 160.65. Значит, обратите внимание, выплаты производятся каждый четверг по заявкам. Заявку можно оформить в любое время, но крайний срок заявки до 23.00 по московскому времени вторника. Минимальная сумма заявки 100 рублей. Ну и выплаты доступны тут, платежные системы. Так что заявку нужно подавать заранее. Так, значит, вот у меня сумма 160 рублей 65 копеек. Давайте перейдем на кошелек, и я вам покажу. Вот, пожалуйста, плюс 160, ну, 64 ВМР. Я на WebMoney. Значит, пришло 8.10.2018 года. Вот. Ну, сегодня у нас 10-е. Значит, давайте вернемся теперь в кабинет. Значит, как я уже сказала, кто не знает, скачать приложение здесь все. Это приложение, оно на компьютер не влияет. Оно ничего не тянет и место, ну, вообще место не занимает в компьютере. Так как я уже проверяла. Ну, сами можете тоже проверить. Ну, здесь вот партнерская программа, ссылочка, партнеры. Выплаты я вам показала. Так, вопросы и ответы обязательно прочтите. Вот. Все это нужно прочесть. Ну и вот здесь настройки. В настройках WebMoney, Kiwi и сотовый оператор. Как бы прописать кошельки. Я вывожу на WebMoney. Я довольна этим проектом. Я его вообще не замечаю. Я сюда захожу. Вот я вот нажимаю только проверять баланс. Больше сотни наберется. Ставлю на вывод. Вот, а так я сюда фактически я сюда и не захожу. Вот. Ну а здесь начисления идут. Вот все. Копейка какая-то. На этом, в принципе, все. Кому интересно, присоединяйтесь без вложений. На компьютер ничего не действует. Я его не замечаю. Можно заработать. Тоже лишние деньги, как бы, да, на дороге и не валяются. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!